Здравствуйте, меня зовут Андрей Николаев. Сегодня мы будем делать очень-очень быстрый рыбацкий обед. Мы только что вернулись, целый день были заняты. Вот, ловили рыбу. Сегодня идет, как бы сказать, грязная вода идет по реке. Вот, и гонит щуку. Щука вышла с пожней. С пожней вода осела, ушла. Вот, и щука вернулась с пожни в речку. А поскольку по реке идет после ледохода грязная вода, щука пытается заходить в всякие какие-то заводи, вот, где очень охотно питается сорогой. Мы наловили щуки. Ну и какое-то время ее чистили и готовили для того, чтобы везти домой. Сейчас мы хотим кушать. Время уже где-то поздно. Ну, не так поздно, что ночь, а поздно, что хочется кушать. Вот, у нас такой бардачок. Не потому, что мы халявы, а потому, что времени нет. Вот, ну и в качестве быстрого такого обеда сегодня мы будем делать икру. Вот такая вот, ой, икру, все уже ушел, икру. Печень щуки. Мы будем готовить печень щуки. Жареная печень щуки. Очень распространенный обед рыбака. Вот. Печень щуки весьма достойная. Мы тут как-то не так давно ели печень трески. До того была плоха. Страшное дело. А у нас вот такая добрая печень щуки. Тут есть еще какое-то молоко. Как-то попало. Вот икра с окуня. Окуня мы не любим ловить. Но коптить, горячего коптения окунь отменный, конечно. Поэтому, когда попадается окунь, тоже довольны вполне. Вот мы загрузили печени. Столько, чтобы нам покушать вдвоем. Вот. Эту печень мы посолим. Или посолим. Не знаю, как и правильно. Если кому-то важно, напишите в комментариях, как будет правильно. Посолим или посолим. Недавно я обнаружил, что у меня есть перец. Поперчим. Вот. Убавим огонь. Потому что окуневая икра пытается выскочить из сковородки. И немножко пожарим. Пока жарится печень, почистим лук и порежем его
кубиками. Нож притупился. Нужно опять. Ох, какая окуневая икра стреляет. Так. Прошло пару минут. Добавим лук. Пока перемешивать не будем. Вот, пусть он сверху вот так немножко томится. Поверх горячего. Горячей печени и масла. Вот. Чуть позже мы его перемешаем. Помните, как в фильме «Чародеи», когда они, ой, хоп, когда они сели кушать, скатерть самобранка. Вот у нас как-то так. Ну что, дорогие друзья, вот наш обед по-быстрому готов. У нас ушло на его приготовление минут 10-15. Вот, сегодня у нас на обед копченый окунь. Мы тоже его быстренько бросили в коптилку. Он у нас висел, вялился. Вот, и сейчас попробуем, что получилось. И печень с овощами. Еще у нас пока что есть хлеб. Вот. Но уже хлеб тоже надо бы готовить к еде. Всего доброго, с вами был Андрей Николаев. До новых встреч. Всем удачи, здоровья. Не так. Будьте здоровы, вот так.